Друзья, всем привет! С Олегом выбрались мы на один очень красивый пруд рядом с деревней. Проведем здесь рыбалку на карасика, на поплавок. Поехали! Сейчас мы первым делом закормимся. Глубина отличная, все тут нормально. Сейчас закорм сделаем стартовый. Запах пошел. Наша задача не накормить рыбу, а разбудить у нее аппетит. Какая красота, а? Вообще. Тише, тише, спокойно, спокойно. Вставать не надо, когда забрасываешь, все сидя. Ты будешь сейчас прыгать, нет? Смотри, видишь, волна пошла, все. Рыбу шугал здесь. Вообще, как можно меньше шевелись. Так, ну что? С Олегом закинули удочки. Я чуть-чуть глубину подправлю. Ловим пока на червя. Дальше будем экспериментировать. Мелочь подергивает. Сейчас подойдет, почует корм, тебя тоже поклевывает. На красивой рыбалке. Чем тише сидишь, тем больше ловишь. Это золотое правило. Я опять поклевку на правую ручку. Вот видишь, у тебя все нормально сейчас выставлено. Забросил, все. Травы там нет, ничего не зацепится, все нормально. Минут 10 пройдет. О, как красиво. Минут 10 пройдет, будем перезабрасывать, потому что вдруг в траву попал или выл. Thank you.
ребята, такой карась приятный попался. Ой, ястреб. Он увидел, что у нас клюет. Всего карась подошел к прикормке. Только что обновил червя. Свеженького. Без всяких запахов. Хороший, приятный карась. Тащи, 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 тащи. Ты чё так подтекаешь слабо? Подтекать надо хорошо. Как порежь чуть-чуть. Ты иначе не просечешь губу. Чуть подальше, потому что здесь рядом нифига не клюет. Вот и под...
вытаскивать. Вот, вот, все бросай. Вот, отлично. Вот это вот. Я вот тебе все, что рассказываю, ты запоминай. Это тебе пригодится на следующих рыбалках. Будешь сам рыбачить уже. Двойной крючок. Я вот колодки закидываю. Да, стоит. Давайте карп подъем. Сейчас я начну так работать. Опа! Вот это вот. Вот кто долбит. Не, я говорю, здесь надо ставить заглотыш, лесочку тоненькую, одного опарыша, и нормально ловить, а не вот этими моими крюками. Да, хорошая рыбалка здесь. Но здесь надо, конечно, снасти подготовить под мелкого карасика. И тогда успешнее это все будет. Просто хочется крупненький. Чего мелочь-то ловить? Вот опять поклевка. Барзометр зашкаливает. Да, будет название идти. Борзые караси. Я чему сейчас? Я чувствовал, что там дрыгается. А это может трава. Видишь, трава. Не колбасить. Олег, покажи тысячам, как ты забрасываешь. Ну-ка. Все. Вообще. Красава. Можешь сам рыбачить уже вовсю. Как? О-о-о, понятно. Клюет. Давай. Надо по клюету бросить. Ну, мелочь.
Олег, такого я от тебя не ожидал. Что ж, молодежь. Здесь вот будет просто ловля на поплавок на красивом пруду. Нет, я места не афиширую. Зачем рассказывать? Опа! Эх ты, блин, хороший был! Ай, блин, вот рано подсек. Смотри, валуны какие. Я прям его почувствовал. Рановасто дернул. Эх, обидно. Опять стая надвелась, клевая. Рыба опять подошла. Не поедет, как он там был. Шевелись. Что ты шевелишь? Рыба подошла, ты шевелишь. О, ты поднимаешь. Все тоже хороший, да, хороший. И на этом пузырит в ловке. О, карась это чавкает, слышишь? Вода прогрелась. Сейчас будет кормить сверху. Короче, лягушки решили спеть свой фирменный рингтон. О, все. Друзья, завершили мы рыбалку на таком красивейшем пруду, тихий, спокойный. Вот. Ну что, понравилось тебе, нет? Мы покажем улов, покажем. Подсказывает мне уже, что делать. Поймали мы немножко, но карасики такие на сковородку самое то пойдут. Вот это. Вот такие вот караси. Вот. Орешек один поймал. Я одного поймал. А где еще один? Вот три было, все правильно. И один у меня сорвался. Где? Вот. Самое главное, что немножко Олега поднатаскал на карасевую рыбалку. Рассказал, как тихо надо вести себя, как и насаживать, разные запахи, прикормки. Я считаю, это очень важно. Детей приучать к рыбалке, потому что они воспитывают в человеке терпение, немножко какой-то умный такой подход, анализ. Что-то принять какое-то решение и так далее. В общем, очень полезное занятие. Поэтому приучайте детей к рыбалке. Очень полезно это. Увлекательно, интересно. Лучше, чем всякие там компьютерные игры. Еще там всякой ерундой там. Вот, поэтому и любите природу. Чистота, порядок. Красиво здесь. Вообще никакого мусора. Вот. Так что на этом рыбалка закончена, приятные карасики. У меня, конечно, удочки были не подготовлены, у меня после других мест остались крупные крючки. Не стало переделывать, заморачиваться. Но здесь, если поставить, я думаю, заглотыш, можно хорошо вот таких поднатаскать. Вот. И у меня один хороший сорвался. Вот, Олег, ну что, понравилось тебе? Да, давай свою фирменную концовочку. Все, всем пока. Ой, даже уезжать не хочется. Да, Олег? Красота. Ну, карася здесь много. Хорошие есть.
Вы говорили, здесь даже на кило попадается.